И вы, может быть, даже удивитесь, почему я именно приобретаю в таких маленьких ларьках продукты питания, а не в больших супермаркетах. И я хочу вам объяснить. На самом деле, здесь люди те, которые вырастили эти продукты своим трудом. И мне всегда хочется поддержать тех, кто очень трудолюбив, тех, кто помогает этому миру, тем, кто такие малые производители, которые... Это их жизнь, зарабатывать этим. Мне всегда хочется поддержать тех, кто так добр к этому миру. Поэтому я призываю вас помогать этим людям.